Ну что? Сейчас. Сигнал слабоват. Ничего, была не была. Белая роща, ответьте. Белая роща, вы меня слышите? Белая роща. Говорит Белая роща, назовите себя. Это говорит... Алекс? Алекс Вэнс? Где вы? Вы уже несколько часов как должны быть Нас здесь. Нас задержали некоторые обстоятельства. Ты осознаешь всю серьезность положения? От данных, которые у тебя в руках, зависит Я жизнь знаю, на Земле. Но послушайте, к вам движутся комбайны. Понял, что? Вы движетесь к нам? Да, давно Нет, правы. Нет, не вы. Как ты сказала? Комбайны. Ты Будьте готовы дать отпор. Что? Как? Вот беда. Не уверена, расслышал он или нет. Вернемся к машине. Давай я открою ворота. Поехали. Посмотрим. Может, чуть дальше получится вернуться на трассу. Вспомнила эту гору. Ее видно из Белой рощи. Ха, мы движемся в верном направлении. Это же шлюпка советника. Тогда в цитадели, когда мы увидели их. Должны быть где-то здесь.
Постой! Советник. Ворд говорил, их надо убивать, пока они не вылупились. Хм. Ага, система жизнеобеспечения. Что скажешь, Гордон? Перекроем ему кислород? Прости, но так надо. Хм. Попробую открыть. Вот так. Теперь все в твоих руках. Боже мой! Гордон, слава богу, ты жив. Ему было больно, ты видел? Страшно представить, что бы оно сделало, если бы... О. Всем автономным отрядом. Кажется, оно позвало друзей. Солдаты! Уровень угрозы максимальный. Найти и ликвидировать. Как это надоело! Вернемся к машине.
техническое. Поехали!